Так, звон занят, литл занят, так, это занят. Блин. Короче, если кто-то из медиков будет свободен, то есть, ну, допустим, квадратик будет, кто квадратик контролит, квадратика в рейде не будет, а будет луна, вы переключаетесь, ну и так далее. Короче, забыли, да? Ну, масфер еще есть у нас, да, там, ну, фир, да, 8-секундная херня, то есть, поможет. Либо мы просто запинаем быстро луну, да и все. Так, все, все поняли? Так, начинает бой с Фалин и Войт. Ты тянешь крест в рейд. Сначала смотри, что ты делаешь. Ты притягиваешь. И сразу бежишь к Исполину. Помогаешь танчить, понял, да? Вот там. Оу, кидай и так далее. Там то 4 дашь, если что. Так, дальше. Второй хрипат гриппает. Третий обгул. Все, распорядка, все поняли. Так, я включу Брутау. Всякую. Так, готовьте, у меня вливается много инора, потому что я буду соло теперь нахилить. Будет очень жестко. Так. Давай, отверчи на пол. Каску Балару, пожалуйста. Сейчас я как бы рядом еще. Опять на бафу. Так, а рыбу не ставили, ребят? Новую. Перебафните кулак, пожалуйста, по окнам. Сейчас поставлю рыбку. До рыбы стоит. А, стоит рыбка, что до рыбы туда. Каски на варе все еще нет. Каску по вару, кто каски дает? Я даю каски, но у меня показывает, что есть. Ну на этом, на бульбе есть, но мне нету. Но мне нету. А, ну и на нем даже нету. Сейчас показывают. А, нет, есть на ДК, наебал. Ну что там? Ну что там? Я точно баф маню. Бафну? Появилось. А то не ебать. Сейчас, секунду. Так, давайте в чинопол. Буль, почему не хватает, блядь? Нормально. Цирк. ТП не хватает ему. Цирк ушел, клоун остался. А, кулак рубом байкнулся. Цирк. Было так теперь. Так. Сейчас гфдам. Слушай, что тут? Цирк уехал, Гудвик остался. Все, давай, пуляй, блин. Грип, 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 грип. Где грип, блядь, сука, будет? Чё? Чё, блядь? Плечо. Ну а чё, я тебе мгновенно телепортироваться должен или чё? Ты должен уже стоять на готове на расстояние гриппа. Господин, прожмись. Гера. Подожди, нет везде. Иди помогай, его, не знаю, там, попробуй пока есть лужики там, не знаю, что-нибудь. Кайте, 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 кайте. Отдал. Угу. Так, я там дон по команду, потому что я не сплю, что похилил. Не верти мне, Эйнер, быстрее. Саш, я русский, да, короче, я сам русский пробую, короче. Тихо, тихо, блядь. Исправишь мне, блядь. Нечего. Нечего ждать. Готовься, здесь, возможно, был дам, а ты готовься снимать его. Хорошо, да. Да, мало хп, видимо. Викинг 2 тоже в соло переключайся, поставь ТТ на ману. Кого там бьете сейчас? Разруга добиваем. Рушка капает. Рушка череп, да? Череп, да. Войт, если что, Маша В дашь. Блять, забейте, мобы пошли в рейд. Мобы в рейд пошли аккуратно. Сейчас миликэм пошел в рейд. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Блять, надо было СС мне дать. Это... А, есть СС, отлично. Я дал.
Все, кто контролит, законтролили мобов. Раз контролили мобов. Квадраты трейд отвести. Квадраты трейд отвести. Навер по мне БР. Быстро, быстро контролим. Быстро контролим. Контролим, контролим, контролим. Забивайте черепок. Только тебе трапу нужно от нас. А у ешь, да? Давайте трапу. Замораживай. ДК сейчас все фулл ДК мобов этих самых. Нео, возьми друида на себя. Просто мобов сейчас оттягивайте и все. Еще просто грипайте подальше. У меня личных мобов это печенька, квадрат и луна. Потом трусы будете бить. Че не умеете, блин? Аккуратно, бля, бомба нет у меня. Забери черепок быстрее. Потом по трусам свечнули. С трусы играйте. Контрольте личных мобов. Мобов пилится контролем точечно. Дон на тебя смотрит, как смотри аккуратно. Трусы быстренько свечимся. Так, кимсик, ты на ромбике. А, ромбик убили, да? Что-то давно. Остался, все, контролем, контролем, квадратик по рейду бегает аккуратно, за контролем, дайте да, фишечку. Машевая, да. На квадрате антифир. Я у ветра. Гину ману, езжай. Сатану ману тоже поставить. Так, убили русы, нет? Убил. Паутис был активней. Next будет квадратик. Бегим голову. Нет, давайте. Так, квадратик, квадратик, бейте, луну контролик, кто квадратик контролил. Все бьем квадратик. Дизарм по квадратику, по КД давайте. ДК танки, сядьте сейчас на хилов, сбивайте косты им по КД. Почему она бесполезна? И тот квадратик. Вот я череп поставил, череп. ДКшечка, который. Масаку. Ну и масаку еще. Луну свечнули сейчас. Печеньку контролим. Лага. Беги! Печеньки дизайн, дайте я кровать с камнями. Вполне когда сама здесь полагается. Хилов можешь на хилов взять. Давайте, короче, ману. Это заклинание
Вести тоже 47 сейчас. 50. Хочу свести. Бейте. Вот тогда не спите в резоне под ним, чтобы не вас потерял. Давите контроль под дерево. Еще один план, после этого я прям в дерево. Все, он не может. После Т, если желающие за ИП, или не будут до Калагранова делать. Тебе грудак можно снять вот наполовину? Что говоришь? Грудак можно? Грудак есть. Он у меня еще целый год лежит в банке. Я же все сделал уже. И надо убить Анубрикана еще в Наксе. Там тоже хорошо быть подобрешь. Так ты собрал вот блокера, что ли? В эту. Не, бой собрал уже блокера? Ему там, пару шмоток не хватает. Там 4 шмотки осталось. Ну там больше всего 3 не решают. Ну да, вот эти вот сульды, тапки зарешат. Триню завтра еще сходить, а в пятницу уже на сутках буду. Я тебе говорю, сделай себе... Бля, ты больше выиграешь, чем с этой триней. Я же все посчитал. Вот. Ты просто это самое. Сделай себе трику с двумя дырками. И сразу за 2 камня красных. С показателем. Все. Давайте ребахнемся, блядь, 12 минут пласки. Ну там, если себе показателя будет немножко не хватать, то у меня триня это есть, как бы у меня его все это есть. Там будет достанец точно. Что нахуй? Дайте ему почку. Картошкой. Так, тут у нас там меньше домашних слоков. Литл или Зарун? Ну, Литл Дева? Нет, Зарун лично можно. Зарун, ты отвечаешь за красные спичи тогда. Бог. Так. Трофеи нет. Трофеи все там... Говно шмотки и там пару давать буду, а там смотрю за ПП. Ну и трофеи это пару тоже. Там просто ты сам трофеи даю по приору, тот, ну, кому реально нужны там инспектор, либо да, спек, который можно убить. Так, ждем Абулу и у этого бульбостанции начинаем. На присутствие пока говорю. Меня, блядь, с ним путать, я тебе где дорогу заперешел. Потому что вы похожи на дурочка. Оскорбление получается. Сейчас бы, блядь, роботы в Дискорде, блядь, меня дураком называли. Так, я выберу сам котичек. Не ты сам, я сам не отвечу. Хорошо. А что там, кстати, это, Паша из ГВП тебе отписала? Отвечаться пока что. Ручка пока молчит. Ну слушай, тут типа... Вот, апнусь второй рейд, апнусь, и мы закроем второй рейд на ВК. Ну я немножко перемешаю рейд. Ну он плюс-минус адекватный уже получается. Типа второй рейд. Да нет, типа нет смысла перемешивать. Тут как бы все нормально. Типа просто добить людей и все. Тут, типа сейчас мейли, которые вас... Нет, нормально. Надо сейчас перемешать, чтобы закрыть, чтобы оба рейда закрыли. Там уже можно смотреть. Плюс вы еще опаться будете, кому нужно. Я тоже на минуточку отскочу, ребят. Давайте перекурим тебе сделаем. Вот я тоже думаю, что не надо ничего перемешивать. Да пизда, блядь, это просто вот этот дон, ой, дон, вот этот макрос можно нажимать, блядь. А во втором рейде 50-50 закрыли или как? Нет. 45-50. У нас...
PvP. Ну, я таймер еще высчитывал. Там же сбился после того, как мы закрыли. У меня там обновление бадуна пошло. Что там, блядь, происходит? Хули все лагаю. Перезайди. Просто перезайди и все. Выключи дискорд и зайди обратно. Цирк уехал, а Бул остался. Ты, блядь, с какого хуя тут сидишь? Я с тебя, блядь, перерыв сделал. Я же сказал, на 5 минут дойти. А сколько прошло времени? Одна минута прошла. Ты что, я еще на 5 минут это условно было. Ну скажи, что спасибо, что не на 10 ушел, хотя бы мог написать, что на 5 ушел. Я хуй все рабовал, что, блядь. Абу нам, блядь. Да, все рабовал. Ну чё, все стоят на месте? Тебя ждут, Кубик. Там еще что-то на аккаунт. Нет. У меня на фурике капов нет, поэтому не дома. Я пару бутеров взял, тоже подойду. Да вы ебали, хватит, не. Тоже да. Захотелось тему, походу. Обиделся. Ты-то срать походу ходил, блядь, хули ты? Я в том нужно. Нет, блудлит, блядь. Нет. Я надеюсь, что у меня бумажка порвалась, когда он тирал. Ты дурак, что ли? Ебальчик дырочку провалился. Я он пронзил себя кровавым ударом. Кровожадность. Кровожадность, ты когда собаку на улице, блядь, видишь. Ну, блядь, то, что там случилось, наверняка далеко не кровожадность. Гром и молния, блядь, случилось. Пугающий удар. Так, присутствие. Брак сказал. Ну, да, сейчас я отхожу. Буду без бутера, блядь. Переживёшь. Держу круг, отрежь мне. Лайфер, ты в тоннеле, что ли? Да. В подвале заперли, блядь, с ноутбуком, сказали играть. Наверное, дыру охраняли, блядь. И хавчик там приносит, да. Так, подожди, так, кто танк спекается? Я спекнулся, кто еще? Сейчас, я на присутствие даю, сейчас, подожди, я еще ничего не расписывал. Да. Присутствие, это на присутствие, что-нибудь тыкать, да, нет. Ну так, а Була исполин. Ребята, вот у нас три танка, блядь, все красненькие. Да. И, а Була, ребята, стоматолог, вот три танка. Короче, исполин танчишь трусы, Крумп, Абула, Хрипаты в танк, Хрипаты ловишь слева, трейда всегда, Абула справа, трейда с мотором жопу прикрываешь. Танки МПшники прикрывают перед. Все это значит вообще на пол. Дун, ты тут или нет? Так, по тактике, товарищи, ДДшеры, очень важно, бусты свои вслепую не отдаем. Отдавайте их строго под противоположный щит, допустим, убьет. Трусы, а щит кидается на ромбик. Нам нужно будет взять щит, этот самый белую воронку и свичнуться в квадрат, ой, в ромбик. Для этого нам нужно максимально бусты и все это оставлять на такую вот способ. Так, ну, 5 штучек. Все, все готовы по ДБМ и полу. Рокси, включай ДБМ. Кому девочку дать, мужчины? Дай Неллу лучше. Неллу лучше, думаю. Кому? Неллу. Лок, да. Блядь, что же такое? Истерик давай. ДДшер, ну кто у нас топ? Донту давайте, там, не знаю.
Я хакал. Мне... Я отступку дал. Все, ловите его. Че он только рейд пропускает? Не ловите все. Смотрим спецспособность спецспособность. Продолжаем бить. Прохилим людей, ДКшки, бары готовятся пожиматься. Литл, ты чё, вагон или что? А? Хуй ты не дал портал? Ходу его, подними, пожалуйста, его. Сразу идею черный портал забирай. Слева от рейда. Ну, крайне только белый только не врезайся, чтобы ты не... Вставай сразу. Беги. Так, а муж еще упал. А, я понял. Ладно. Поднимай. Взяли белые воронки. Белый портал взяли все. Белый. Да, блядь, ну если мы белый берем, да значит нет. Он черный, блядь, что нет? Спадайся, блядь. Ты сказал, блядь, mm-hmm. нам-то не артит, меняем цвет или нет? Ну, если я говорю рейда, я к рейду обращаюсь. Меняем портал, значит, надо еще соображал, что надо ловить темное сфера, не светлое, блядь. Ладно. Черт, сразу. Сколько ты же сюда было ходишь, уже пора запомнить. Так слышишь, Бёрн, у меня была темная воронка на мне. Не, её не было у тебя. Не было. Теперь посмотри информацию смерти и скажи, о чём ты умер. Я могу тебе сказать, Плодотейлс, умер ты от освобождения тьма. Ты просто не взял сам портальчик тёмный. Портал берите. То же самое делаем. Литл, ты вроде взрослый мужик, блядь, а всякую хуйню спамишь. Mm-hmm. Согласен. А что спамит? Инроки тебе дают истерею? Ну, вроде да, дает. Ставьте руку кто-нибудь, пожалуйста. Как инроки дают, давай кому-то другому. Мне нужно. И зачем, блядь? Понял. У меня есть... У нас что, 4 серии получается сейчас? Тут змея, Карл. 5 минут, ёпта, мать. Ты-то вырубись, блин, меня бесит. Чё не, там? Нет 21 настроя, не хорисим. О, ГП. Я вам знаю, Саш, дай мне 5 вашим нам. Сейчас. И рыбку кушал. Ты вроде бы на всех подключал, блин. Так, химию пропили, что у вас химия закончилась. Если сперва ловишь, можно не пропивать на стоит? Ты же на нубе будешь пить, какая разница. Ну, на нубе больше времени останется. Да я не думаю, что там больше продраивают. Ну, в смысле, мне сейчас настойку. Пей. Донт, чего не хватает? А, сейчас я попасть. Попасть в зубы, все. Донт, чего не хватает? Сейчас же я нормал. Донт. А, Донт, не микрофон выключен, я говорю, все нормально. Все, давайте, добьем получаю. Пять, четыре, три, два, один. Что метки сейчас повешу?
охоту резни. Меняли цвет. За регеру и мажем рубик. Блять, ёб вашу мать, танки нахуй, вы будете сферу ловить или нет, блять? Падаем. С какой стороны залетели сферы? Я не видел, меня ФПС. Если я говорю, меняем нахуй порталы, блять, вы должны нахуй переключаться на темную сферу, не ловить белые уже, блять, белые пропускаете, блять. Ой, блядь, сука, погоны, блин. Освоение. Ну так это я тебе типа, первый раз это учу. Винки, блядь, сидят просто, хуйню занимаются. Да, Була, блядь, Роган хочет это здесь. С какой ты стороны ловишь? Ой, блядь. Кто-то нахуй решил до меня доебаться. Вот откуда нам залетели до того, я доебывался, блядь. Тебе повезло, что я, блядь, не стримил и не посмотрел, блядь. Это мне не повезло. Я видел, это со стороны Абулы было. Я не знаю, как он стоит. Неправда, это никому. Блядь, я сейчас просто, без того, чтобы хилить, я буду сейчас, без того, чтобы сейчас хилить, я буду смотреть за рейдом, блядь. Кто ловит. Это зорки стоит с ферой. Не, ты заходишь, нет? Одна сфера. Блядь, босс манекена, вы хуйня занимаетесь. Ребят, давайте соберитесь, ну. Или мне тоже вот носить надо, чтобы ловили темную сферу. Всех сфер, блядь, поймал. Вообще, блин, ну, то есть... Рыба стоит, кушать все. Не, Нер, заходишь? Да сейчас, блядь. Так, чего там Кимсик взох, я так и не понял. Чего там ушло? Сейчас на телефон приключу. 6000... 17... Это самое? Автотака влетела, что ли? Сфера не шпотает, но не 17000 точно. Это не автотака. Сфера. Сфера разве? Да. Белая сфера. У тебя бело получается 69 это касание света и освобожденный свет. А ну да, в принципе, это сфера. Эта сфера сзади залетела, сзади танков. Сзади танков, либо сзади рейда. Сзади рейда. Сзади карачута этих. Сзади них залетел, я как раз видел и залетел, и Кимчик сдох сразу. Так, товарищ будет, либо там исполнен тоже жопкой такой, подкручивается. Вот, можно пропускать их, не стоит в одном месте, тоже будьте мобильнее. А, не вижу. Сейчас, я переключился на телефон, чтобы нормально должно быть. Сейчас я, блядь, выйдет и зайду. Я не виноват. Ну, можно бустер сделать пока. Ну нахуй меня провоцируете, блядь. А потом гореть будет Берн, блядь. Спровоцировали вы, мне похуй, а Берн горит, блядь. И что делать? Во всем облу, да. Игорь по глупику, да? Параллельно прилетит. Нет, сейчас не трогаю. Что за группа? Где-то минуты. Ты слышал, что он сказал? Да, своих получается. Своих я говорит не трогаю. А что вы хотите, ребята? Я живу в России. Тут одно кумасло. Что хотите? Ты белорус. Я не скрываю. Страна маленькая, блядь. Гудлик, он даже тебя за своего не считает. Понял? Да, все ГП. Да я помню, я с Гудликом просто общался в чатике, а мне ГП сразу пролетает, сказать, заткнулись. Ёб ты дал. Так и мне тоже полетел. Ну тебе тоже полетел. Ты хочешь консервацию делать, блядь? Ой, блядь, что ты записал? Неправда. Привычки. Давай, мне заходи быстрее. Всё, что загрузочный экран. У меня сейчас загрузочный бутерброд будет. Я посмотрю. Прям не по ГП. Блядь, я тебе не думаю, блядь, пипец, блядь. Сейчас, немножко.
Все, Невера, давай, все, отлично. Тут запавкали Невера, быстрее рыбку кушай. Рыбки нету, хава свою еду какую-нибудь. Вообще, алкофаску выпил, блядь, бомж. Блин, ну да, у меня не было времени пытаться. Можете дать, согласен. Ладно, что давай. Сверху, наверное. Да. Забавки не беру. Так, у меня все есть. У меня только интернет нету. Им тебя дать ему. Ему не поможет. Может. Что мы тогда что такое? Какие-то проценты там чего-то. А все, все готовы. Все готовы давать. Давай полурок сюда. А либо на точку. Птичку можешь встать. Я только сейчас увидел бульбастанца в рейде, блин. Один. Так он ниже хилов перекал. Походу стебись, бля, не другой цель. Сейчас будет тут. Тут людей. Еще с косты еще подобрать, все вообще взяли будет с нападах или парк. Давай ты просто криты. Паху вовремя пойду. Это все способность. Продолжаем бить. Пацаны, язычки висело, у меня остался висит. Не сбиваем пока. Бьем. Ты тут, блядь, всё равно получаешь пипец, блин. Вот ты вообще из портала бегаешь, что ли? С портала? Нет, я с портала. А ты всё бы ловишь, что ли? Не понимаю, что ты ловишь. Кто тебе способен с одной секунды? Так, взяли белый портал, геру дали и пробили. Белый портал в темную играем сейчас. Бьем Рубикс. Ловим темные сферки. Темные сферки ловим, не пускаем. Темную сферку забери, блядь! Жопа, блядь! Жопа, жопа! Где жопа? Стоматолог, блядь! Кас, бейте! Фу, дофнули. Арки, Арбула, чё ты белый идёшь? Нет, да, нет. Подожди, сейчас, подожди. Переходим потихонечку, потихонечку переходим. Тёмные сверки не лупаем. Кто же способен? Дайте бог, чтоб не... Так, всё нормально, бьём. Так. Вас... Не давайте тотемы, пожалуйста, без команды. Если будете говорить тотемы, то лучше говорите. Белый, так. Перестань ловить. Кто, блядь, стоит слева? Белый не ловим. Хрипатый черный ловим. Свечник эту самую. Так, убили флот. Дыщ, дай гимноману. Вас тотем поставлю сейчас. Даю. Давай. Тономану. Тономана есть? Я не вижу. Вот он есть. Тем. Сейчас белое не пропускаем вред. Белое не пропускаем, проходим вред. Белое вред сидит аккуратно, прохиваемся. Жопа без у нас контроля. Так, заход ее поднимай быстренько, Мэри Джейн. А чё, блядь, портал не взяли? Стоматолога подниму. Давай, поднимай стоматолога. Жопу прикрывай сейчас. Переходим на другую сторону. Переходим. Белое не ловим, аккуратненько белыми. Правую сбоку, блядь, отбула, лови аккуратно. Нормально. Нормально все. Не нормально, врезался на. Готовим спецспособность. Взяли темный портал. Ой, белый. Взяли бесненько ромбик. Бесненько пропусти сдачи. Бесненько эти полный ДПС. Косознище весело у него, кстати. Все весело. Давай. Сбили, кажется. Отлично.
сразу. Двигай сразу, двигай просто. Убивайся. О, Брига. Нет. Я с такой кинжал на рогу упал. Я ебу. А ты бабу. Думаю, на муху пойдем, что ли? Да, пошли попробуем. Такой есть. Кимси, тебе надо кинжал? Не, у него есть такой. А, нет, ладно. Вторую руку. Давай, не можем на твоем. Рикика, ну куда ты свои реки кидаешь? Очень секрет. На Рокси. На Рокси. А тот танк кидает на танк. Соответственно, у меня квест, наверное, меньше будет. Потому что фотка тикает и рейндж кэмп, и мили кэмп. Твоя от... Смотри, что ты на первом месте сейчас. Я тебе говорю, Т4 это, Ну, он по цепухе на хил почти то же самое, что и ты, но по эхо и служителей, потому что что-то не весело. А, там, короче, знаешь. А что, блок танк есть? Нет, мы будем просто эвейдить этих самых. Ну, то есть через контроль играть, как по старинке, правда. Даже фласки пить не буду, блядь. Цепухоль, какой-то должен был цепухоль намного больше нахилить. У него 4-4, правда, должно быть больше. Да, у него 4-4, у меня 2-4. Прямо скилуется потом на мэр. Да не, он нормально химит так-то, он играет хорошо. Не слакает, самое главное, что не слакает. С лутками, я посмотрю ваш КПС, дойдем. Так, а куда тогда получится защитить? Лучше кидать на ДД-чиков? Нет. Ты все правильно делал щитки. Это не за счет щита, мы просто цепухи смотрим. Мы просто не понимаем, почему у тебя меньше цепухи на хиле на Т4, чем у Викинга. А сколько хосты у Викинга? У меня 937. У меня 1300, я хуй знаю, что по ХПСу пиздец просил. А просто нет, за счет там фишки и цепуха, она же обратно возвращается по цепуху исцеления. Не знаю, вроде бы у тебя... В принципе, не, я не жалуюсь на вообще. Я просто смотрю, сравниваю цепухи ваши, почему у этого столько, блядь, это столько. Да нет, просто мне уже самому обидно стало, че за пиздец. Там еще Т4 пик нет у Викинга. Нет, у него 2-4, у него ехо есть, а у тебя 4-4. Ой, цепуха. Это вообще пиздец. Нет, точки нужно кидать либо на РТД, либо нет, на величника. Танком можно кидать там, где нет ауэлит мага. У тебя, блядь, Я про эту область говорю. Ну это да, но лучше на РТД кэмп кинете. Вообще точек, эти самые вообще земли. Ну что он по танку дает? Он по сути там при ударе там отхиливается, что он еще там дает. Он не дефает особо ничего. Не мешает он же. Так, ну что, товарищи присты, ваш выход сегодня. Так, давай нам. На саппорт пейте лучше. Саппорт пейте. Да, все саппорт пейте. Часик под нами его найдем, разойдемся. Да мы не должны тестировать. Почему ты взял? Нет. Давай просто попробуем. А там как пойдет, то есть не вижу смысла. Ну, давай тогда, Бог. Короче, Никита, Дрич, ты на первой фазе, ну, до, получается, будешь ты шакать одного моба. Так, давайте, короче, дальних шакаем, а ближних бьем. Значит, Дрич, ты со стороны трусов шакаешь туда. Ну, подойдешь, пока он поближе подойдет к моб, и зашакаешь его. Так, шипает, давай, наверное, Мэри Джейн. Ты будешь со стороны печеньки. Ну, два шипа на ДПС. Затеряется от того, что шипешка один.
в ушах. Ну, ДПС приводит нужно. А на фазе номер 2, когда уже будет рой жуков, то, соответственно, ваши пешки будут 5 часов. И что будет? Мастер-Т, блядь, мне похуй, что ты куда-то зовут. На кого ешь? Ну, какой есть, блядь. Ты пришел, блядь, на РТ, сиди на РТ. И вообще-то я тебе шмотки собирался тебе выбивать. Вот. В НАКС и УДУ. Все с боками, бля. Так, на второй фазе, если мы дойдем, конечно, то есть, что надо, ты переключаешь уже со стороны трусов. Двух мобов мы запускаем под босса. Одного заберет Void, второй заберет, соответственно, МП там. И сначала лупим по мобам. Точно, отыгрываем по ним. Дальше. По бобам. Так, значит, Радушка, ты заходную, ты бежишь, значит, перед боем, можно же там стоять изначально. Среди печенька, вот я прыгаю. Сверху одну здесь можешь разобрить, сразу с пола начинается бой. Разобьешь одну сверху, летает, и бежишь в рейд. Так, Абула, ты как всегда можешь грипнуть. Босса уже ставим в лужу, не как по старой тактике. Можете грипнуть в лужу и разбить ее сразу. Так, ну короче, давайте посмотрим, что получится. По бобам, я даю первый, если что, боб. А второй боб дает у нас Секси, третий Рокси. Четвертого боба не будет. Так, донт, режим. Рыбу не дадите. Наверное, баш убивается сейчас. Так, так кто вы, ты в кару пойдешь? Что я не понимаю. Не, я говорю, позвали просто. Ну просто с того поделился информацией. Ты его сразу... А ты сразу его обхуй. Если бы он сказал, что пацаны мне похуй, я бы не писал ничего. Так мне по факту, меня в кару зовут. Типа я уйду сейчас. Интересно, дайте, по-моему, время, пожалуйста. Полутает, все-таки больше не прийти, блядь. Все, давайте я еще на пол. А рыба есть, рыба? Бля, рыба, рыба. Нет, 19 на спор, блядь. Все похуя. Да это банк. Нужно с собой все были. Я потом удалю этот дом вообще нафиг нужен. Чтоб настроить, блядь. Я, блин, понимаешь, на каждом. Я же настраивал, у меня декаб есть, и я же на каждом PC настраивал, потому что на многих я забыл это сделать. Давайте вообще на пол еще раз. Сюда, да, надо и грипп. Да под босса самому гриппи сразу. Где гриппи, там гриппи, чтобы босс спасается, мы же не будем уже через блок играть. Все, давай, Рокси, добавим пол. Господи, готовьте себе. 5, 4, 3, 2, 1. Сверху разбить. Я проснул и не разбили. Сапочки. Диск разбили как-то не очень. Мобов шакаем. Разбирайте мобов, по мобам стучимся. Дакаш, конечно, нормально будет убрать. На доте. На Нелла. А кто притянул? А, вы убили уже, да? Нет. Че притянули? А зачем ты тебя притянули? Бить, что ты притянул? Он тут? Бейте за долг хп, либо сам дайте ему. Я сам задался. Все. Готовься, чтобы теневой удар был уже, да? Да. Встречу Варшак, давайте добиваем его. Все, убьем следующий был. Готовься шаку свои. Шаклем. Босс уводи. Босс уводи. Там. Что вы там не сидите, что? Смобов все еще не смог. Ой, забери второго. Он пока стан тоже. Давай да прикинем сейчас жестко. Расшакливайте. Давай сразу двоих сними, второго тоже на себя выберет. На пульс не его поменяем. То, что надо. Ну, лучше петля разбили здесь. А блять нахуй туда повел вообще. Ну, что надо вести? Я уже сам тяну в следующий раз. Хорошо. А ты успеешь добежать забрать, Трэш? Секси дашь по себе, Боб? Ну, она же там. Сверху, да, тебе?
Все, взлетай, семелки, тоже быстрее. Перебежаем в другую сторону. Цените там сверху, мне нужно сверху. Залетай. Ты боб должен? Нет, не давал. Почему боб? Ты же полетел. К стеночке прижмись. Сколько там до вырывания осталось? На пути не стоим. На пути не стоим. Стой пока. Стой. Не забирай обувь. Обувь, блядь. Обувь, нахуй. Куда? Готовимся. Нормально, лужу не потратили. Там держи босса. Да, держи там босса, держи там босса. Мы перебежим в другую сторону просто. Ничего разбирать больше не надо. Заход твой кинь, да, по пуле. Шип, эти самые, контролы раздать. Дальних, дальних. По пуле в пуле бар дали. Я не кору боролся, что. Оп, на цирке цирк ВД или в цирке зону? Траву сторону оставишь. Не эту игру. Шипайте, ого. Да, хил хороший, чем это очень полезно, мне нравится. Шипаем. Возди босса. Кто старт какой-то? А, спринт отдачу, да? Блять, димок сорвался сейчас в их фирму. Одного зафиляйте? Зафира. Следующую притяните там. Ну, все, ну, еще тяните сразу. Какой-то за шаг к нему тянем. 68% нет, это хуя, блядь, надо грунул лучше. Че хуя, блядь. Надо было. Ну, ты себе пытаешься. Такая тебе история. Ну, не я тебя посмотрел. Пас, беги. У кого блок есть? Я... У тебя, да, есть вообще? Приходим в другую сторону, ребят. Давай. Это сколько получается у нас два зарывания, сколько процентов у него? Вот и хуйня полная. Там 67%. Очень сильно не хватает ДПСа. На какую тачку? Да. И будет боб? Или все могут упереться? Нет, не будет боба. Есть у тебя это самое? Ничего нет. Забегай. Так, и еще одну сверху разбейте, Григорьевич, все тролли. Разбейте. Так, еще одну можно разбить будет, и босса туда поставим. Пока кайтим, по максимуму кайтим. Исполни, есть у тебя ботинки? Да, он вылез уже. А, все, ну, давайте босса. Всем есть мелкий дэш под босса ставить, так мы все. Шаг раздать. Точно лишь. С него здесь. Расшакливаю могу. Справа тоже расшакивается. Пытаемся убить. Не, мы идем падать и это самое. У меня получается. Целых 20% не забьем даже. Падать, стоп-кил. Подходим к нубу, разрываем шмотки и распадусь. Ну это реально, но для первого, а не для второго. В первом не хватит. Нет, я хватит. Если будет ревара, три катастрофы. Ва, хватит. Там уличка на сборке, там, в тут ноль фуриков, в том рейде. Ну, два фурика. Три даже. Там Рокси, Бич и кто там еще у нас. А, его в Рокиха нет. Ну, там уличка. Там ретриков много тоже. Даже по две пачки просто делать. Да не, потом у вас хуйня кливать. С прицеле. Эй, зачем эти, блядь, контролы, если есть изи-вариант с блоками и так прочее все делать? Так, короче, поехали. Так, Ролл написал, что на гильдию. Сейчас я что выберу. Так, запад на кассер Ролл. Сразу говорю. Я пока снял порог на этот, на Ролл. Ты не хочешь внутри гильдии паролить, кто Ролл выбирает?
Так это все внутри гильдии идет. Гильдии будет не ПВП. Да. У меня был бы бой сейчас с блоками, затащили бы этого босса. Я его инфу скинул бы. Так, давайте пояс, медики. А ты где все? Ну, по приору. Кстати, что-то мне не показывает приор. А там приор. Крипаты ко мне, блин. Ну, ну, какие просто епошки. 250. Ма, хороший, кстати, я ношу. Интересно. Хорошо дамажит. Испугов. Да, максимально. Не, я умею больше. Умею больше убить Сузы. Не знаю, больше Сузы, но убери очень сильно сейчас в последнее время. Там и шмот. Ну так тоже маха нож неплохой. Так, да, ну, думаю, нет. Не, у меня нет. Она, кстати, не с кем это в Карлгер не поет? Она, ну, со мной хотела, но она в командировку на полгода уезжает. Ее нет, не будет. Поэтому и мага я ищу в гильдию сейчас. Так вот, возьми этого мага. Так она в свитером дует, она не хочет, а может и хочет, не знаю. Потом напишу. Ульду и Наркс пойдем, да? Фиору, плащик. Да, жду на ПВП, ребята, заходим, повыбиваем пару шмоток. Так, по приору у нас, значит, цирка 0. Кимсик 8, где? О, кимсик забирает. Дон, накидай ЕП, ГПшки, то есть. Так, дальше. Надо кому? Лонку да. Да, я возьму ее. Ну, забираешь, да? Вис? Да, это вис. Хорошо, забираем. Нет, вис в этой погибели. Что она там? Я на фенте не окажусь на погибели. Ну, как бы войду только и надо. Кинь бы войду ДП. Так, штаны... Как это лук? А, Войд не в гильдии! Пошёл он в баню, давайте снова! А чё, ты не в гильдии, что ли? Походи, вот сразу за уголовно, блядь. А, в натуре. Ладно, похоже. Пух, да, да, давайте, что получается, Войд пух? Да, пух. Кинься камен. Когда это останавливало на него? Так. Давайте ножик. Кимчик похоже. На була, була, смотри. 90. Да. Ты шмотки на выстрел плавал. Ну, видишь, блядь. Кимчик пусть лапается на мейн. У меня бенки, да, кимчик. Представь себе. Сейчас ГП полутаешь. Все равно срез 50% будет, так что... Так. Там... Посох. Ханты, фералы там, как нам еще не надо. Заход у нас 5, я понимаю. А тебе цирк не надо, что ли? Скорость РПВ на ханта. И что? У тебя был приворк? Да, да. А да. У него лучше. Ну, был плюр какой-то там, он мне просто ренейм сделал, там, ренегата своих. У него просто заплатил лучше. Почему скриншот не делаете? Он... уходил... Тебе не надо или нет? Ренегата? Нет, ты благодаришь. Да, это робот. Он с ренегата на альянс перейдет. Ребята, помолчите. Цирк тебе да, плюс не минус. Я тебе на инспектор там. Не надо, что за заход его давай и какой-то тоже запуцаны. Так, идем дальше. Костерские запы. Ты говорил, анрол какие-то запы, это эти? Да, это эти запы анрол.
сейчас заход выбиться. А приор, кто у нас забрал пользу лица? Литл. А приор у нас забрал? Да. А Нелло? Какое кольцо? Запястье. Ой, за запястье, то есть. Да, 19. Нелло, где твой приор, блядь? Сука, Нелло. Нет, про меня Бьёрн говорит, что у меня низкий онлайн. Ай, мир, Литл. Так, ну что у тебя низкий онлайн? Я тебя на Т вообще не вижу. Когда ты был последний раз на тебя, скажи ему? Вот в ВК, вот закрывал ты с нами ВК? Да, когда только не открылось. И все. А прошлое Т я был, но меня на замену кинули. Ну как, на замену, но без ЕП. После этого ты отходил. Так, кинул как кольцо. Хуевое кольцо. У меня там, блядь, потом поломался, нахуй, ролла не кидали. Так, по приору смотрим. Все кидали тебе. Было, что ты, блядь, это самое? Убивайте меня. Так, 4, 16, 3, 67. Шаманчик. О, викинг ПЦ. Так, а че ролится, че ролится? Так отсюда чего? Кидай ГП, ну давай. Спасибо, да. Так. Вот, дайте. Ремень. Панки. Винь на мой спек. Ой, это кремя. Чтоб, блядь, в гильдию вступился ему. Да у меня тут ГБ, я же говорил. Так. Тут... Так, сделай еще одну фина. Четыре трофея. Отдам по роллу и тем, кому он действительно нужен. Да сделай. А, еще кольцо еще осталось. Ну, отдельно, да, я его забираю. А. Так, то, что надо, достанется, и Купер. Куперу дам. Купер, мой обмен. Дам две штучки. Да, тут надо, сколько тебе надо? Да сколько отдашь надо-то? Ну, сколько тебе надо, кусков? Ну, хотя бы два. Ну, достанется, тебе надо на какой-то аспект? Один. Да ему не надо. Ну, да, что-то. Мы тут группу идем, да? Да, мне ЕП-шку пофармим. А сколько босса? Там... Два. Четыре босса. Даже не четыре, там... Да, четыре босса. Десятку? Там полчаса времени даже. Нет, распятка. Так, и колечко. Зато ЕП хочешь подфармить волком. Сначала ульда, да? За ульда, потом накс. За ульду 400 ЕП будет, за накс 200 ЕП. Там накс один босс нужен. Слушай, а за его там где-то будет, то есть я там...